Друзья, всем привет! Сейчас 7 часов утра. Я приехал в парк Галицкого, чтобы сделать очередную попытку попасть в новый японский сад. Только сейчас он открылся, буквально одну минуту назад. И сейчас вы посмотрите, что творится на входе. Сегодня воскресенье. Парк открывается в 7:00. Когда я ехал по городу, нет практически ни одной машины, но когда подъезжаешь к парку, машин становится очень много. Уже можно с уверенностью сказать, что новый объект, новая зона отдыха произвела фурор и для краснодарцев, и для гостей города. Сейчас попробуем получить QR-код. Время 7 часов 19 минут. Часть людей зашла в японский сад. И все, очередь остановилась, потому что счетчик сработал на 200 посетителях. Теперь все вот эти люди должны ждать, пока погуляют и насладятся красотой нового сада те 200 человек. При этом я пробовал получить QR-код с помощью вот этого вот автомата. Но приложение перегружено, не работает. Скажем так, не очень высокий уровень для такого серьезного объекта и тем более для его владельца. То есть люди, которых он поставил на организацию данного процесса, по моему мнению, просто не справляются. Вот сейчас начинаются споры. Некоторые встали в 6 часов утра, чтобы приехать и зайти вовремя. Тем более, что была информация о том, что с 7 до 9 можно входить без QR-кода. Вот все, ворота закрываются. И все. Недовольство людей растет. Наверное, должно пройти еще не одна неделя, чтобы ажиотаж на эту локацию немного спал, и сюда можно было каким-то нормальным образом попадать. Я сейчас, конечно, еще буду пробовать получить QR-код, но приложение все подвисло, не работает, невозможно получить. Охранник постоянно, кстати, вот этот вот в синей шапке, постоянно отшучивается, что я первый день, я вообще не в курсе, мне вопросы не задавайте. Ну, типа, не хочет разговаривать с людьми, потому что все подходят, спрашивают, почему мы не можем зайти, почему не работает приложение. Наверное, должен быть тогда какой-то администратор, вон паренек с шарфиком. Наверное, это он ответственный. Вот люди, женщина говорит вот это. Говорит, получилось взять QR-код, но на 10:30, сейчас 7:19, напоминаю, по времени. То есть, я думаю, что вам ситуация уже становится ясна, да? То есть, приехать в 7 часов, чтобы взять талончик на 10:30, и до этого времени, ну, в принципе, можно прогуляться по парку. Вот такая вот приятная обстановочка. Воскресенье утром. Но люди улыбаются.
Вот смотрите, вы скачиваете QR-код. Без QR-кода 7 часов никто не пропускает. То есть вы скачиваете, время назначается у вас уже на 10:30. И вот это вы зря говорите, идите скачивайте и назначайте время. Вас никто даже не если есть QR-код, все равно на 10:30. Нет, я даже скачать не получилось у меня. Нет, вот если скачали, то вам назначают время. А так что вы я же тоже думала, мы простояли. Я на 8:30 записалась, я его до конца просто не сделала. Сейчас пошла, ближайшая 10:30. Понял, спасибо. Вот такая вот информация. Никому не входить. Теперь мы все охраняем покой 201 человек, которые успели зайти. Все остальные вот так вот приятно проводят время в очереди. Но погода сегодня прекрасная. Посмотрите, как все отлично выглядит. Солнышко, весна. Просто супер. Друзья, ну конечно же я в ближайшее время попаду в японский сад и обязательно сниму для вас подробный обзор. Всю красоту весеннего парка и вот этих цветущих деревьев можно увидеть возле ресторанчиков. Сейчас здесь уже начинается интересный эффект, потому что лепестки цветов срывает ветер и получается вот такой вот летящий снежный эффект. И здесь как раз и проходят утренние воскресные фотосессии. Такое прекрасное утро можно провести в Краснодаре, в парке Галицкого.